Сегодня же сотрудники ДРСУ «Вираж» приступили к ремонту асфальтового покрытия. По словам специалистов, основная проблема этого пути – бетонные плиты в основании дорожного полотна. При проезде большегрузных автомобилей плиты играют, и верхний слой асфальта буквально рассыпается, делая дорогу непригодной для передвижения. На данном этапе восстановления дорожного полотна было принято решение о ямочном ремонте. Восстановить требуется более 600 квадратных метров, на которые уйдет почти 70 тонн асфальтовой смеси. Работа ведется тремя бригадами с применением 10 единиц тяжелой техники. Первая бригада фрезерует и очищает дорогу от обломков старого покрытия, вторая заливает смолой, а третья укладывает асфальт. В сроках дорожники весьма ограничены. Уже 25 апреля, в день поминовения усопших, по этой дороге поедут сотни автомобилей, поэтому в планах завершить ремонт уже до этих выходных.